Дорогие друзья, в эфире программа «Ноты мы», телекомпании «Тонус». С вами, как всегда, ее ведущий Владимир Селиверстов. Сегодня у нас в гостях Лариса Новосельцева. Лариса пишет музыку и поет песни на стихи самых разнообразных поэтов. И она об этом нам сегодня расскажет, о своем творчестве в том числе. Да, спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Действительно, тема моего творчества – это русская поэзия. Вот мы ведем такой проект, который называется, вот так, как здесь написано, «Возвращение. Серебряный век». И, как явствует из названия, цель его и посвящен он именно вот этому – возвращению замечательной, великой русской поэзии, возвращению ее в нашу сегодняшнюю жизнь, в наш, ну, можно сказать, быт, в наш повседневный разговорный язык, в теперешнюю, в сегодняшнюю, в живую речь. Потому что, к сожалению, надо констатировать, что сегодняшний русский язык находится в плачевном состоянии, вот в особенности разговорный язык. Вот. А поэзия – это такой живой, целительный источник, который может оживить и оздоровить русский язык, ведь, как было сказано, ну, в общем, это, так сказать, казалось бы, такая вещь всем понятная, что самое важное, самое главное достояние каждой нации – это ее язык. Вот это не так давно сказано, еще раз повторено Иосифом Бродским, да, вот главное достояние нации – это ее язык, а лучшее, что создано на языке – это литература, а лучшее, что есть в литературе – это поэзия. Да? Вот. Но только надо вот это достояние, нужно его беречь, нужно его приумножать и нужно им пользоваться. Понимаете, ведь поэзия Серебряного века, вот ее постигла такая судьба, что
Серебряный век, он был как бы оборван в самом расцвете вот этими трагическими событиями русской истории, и поэтому многое было не освоено сразу же вот массовым сознанием, да, и вот 70 лет советской власти, 70 с лишним, все было предано вообще забвению и запрету, многие стихи поэтов Серебряного века, многих имен мы даже сейчас не знаем, ну, многие не знают. И вот одна из задач нашего проекта – это возвращение забытых имен, потому что есть замечательные поэты, которые просто, вот, имена которых просто забыты. Но вот, а главное, песню пели на чьи стихи? Это вот стихи Александра Блока. Это как раз стихотворение известное, оно даже вот во многих учебниках школьных младших классов, правда, не полностью цитируется. Да, вот что я хотела сказать, что главный тезис нашего проекта – это озвучивание стихов, собственно говоря, как вот это происходит все. Мы читаем, и стихи читаются и поются, и, на мой взгляд, это очень важно, когда стихи наполняют пространство. Стихи способны очищать пространство, его облагораживать. И стих озвученный, он гораздо полнее, гораздо объемнее. Вот то, что иной раз пропустишь, читая, вслух уже произнося, не пропускается. И поэтому стих становится богаче, когда он произнесен. Вот. И вот мы стараемся всегда это везде. Я стараюсь говорить на всех концертах. Читайте вслух непременно стихи и слушайте стихи. Потому что, вы понимаете, вот возвращение. Да? Вот, казалось бы, сейчас стихи возвращены в рукописях. Рукописи, пожалуйста, вот в каждом магазине напечатанные книги лежат. Но востребованы они гораздо меньше, чем вот 30-50 лет назад, к сожалению. И мы стараемся вернуть слушателя к поэзии, вернуть поэзию аудитории, чтобы стихи снова стали таким вот языковым кодом, каким они были, скажем, в 60-е годы, да, когда мы друг друга узнавали по этим вот цитатам из стихов, когда молодые люди объяснялись девушкам в любви цитатами из стихов, да. Вот хочется это время вернуть и вернуть, ну вот если угодно, может быть, даже моду на поэзию. Ну ладно, я потом буду по ходу еще что-то говорить. Вот, а сейчас хочу спеть песню еще на одно такое очень теплое стихотворение. Вообще, должна сказать, что вот для сегодняшней темы я выбрала для сегодняшней передачи несколько стихов поэтов Серебряного века именно, и стихи эти постаралась такие выбрать самые, самые теплые, самые нежные, может быть, потому что вот Сергиев Посад – это город, это моя родина, это город моего детства, но тогда еще Загорск он назывался. Поэтому, может быть, будут какие-то и детские стихи, немножко, может быть, иногда сказочные, волшебные, но, во всяком случае, такие вот очень теплые, обращенные к самым любимым существам, к самым любимым людям. Ну, значит, вот колыбельные — это то, что поется детям. Вот это будет сейчас снова колыбельная песня замечательной русской поэтессы Миры Александровны Лоховицкой. Вот, к сожалению, это имя прочно забыто, хотя, вот, скажем, родная сестра Миры Александровны, Надежда Александровна, писала под псевдонимом Тэффи. И она-то как раз, в общем, весьма известна. И даже до сих пор всем, кто читает книги еще. А вот Миру Александровну вот такая постигла участь. Почему-то ее стихи забыты, хотя в свое время, вот 100 лет назад, 100 с лишним, вот в конце 19-го, в начале 20-го, она была первым поэтом России. Ее стихи были самые наиболее читаемые, наиболее известные, вслед за ней Константин Бальмонт. И вот надо сказать, тут, к сожалению, времени совершенно на это нет, а хотелось бы вот про это говорить. Вообще есть у меня программа целая, и вот диск, посвященный творчеству Миры Лоховицкой, и программа, посвященная ее творчеству, большая, почти 3-часовая программа, в которой вот о ее жизни, о ее творчестве, в частности, вот судьбы их с Бальмонтом переплелись удивительным образом, творческие и жизненные судьбы. Об этом, обо всем, вот, наверное, я просто скажу, нужно обязательно зайти на сайт mirelia.ru. Вот есть такой удивительный интернет-ресурс, замечательный, совершенно созданный Татьяной Львовной Александровой. Это просто подвиг такой литературоведческий. И там, там вот все о Мире Лоховицкой, там ее стихи почти, полная подборка.
И вот история этой удивительной любви, такой роман в стихах между нею и Константином Бальмонтом. Угу. Вот, а я спою опять колыбельную песенку. Надо еще сказать, что Мира Александровна прожила очень короткую жизнь, 35 лет всего, но за эти 35 лет она успела родить 5 сыновей и издать 5 поэтических сборников. И за один из сборников, за самый первый, она награждена Пушкинской премией. Вот, а это будет колыбельная, посвященная ее младшему сыночку. Свят мой крошка и безгрешен, спит и видит светлый рай, легкой тканью занавешен. Спит мой крошка, баю-бай. Спит мой крошка, баю-бай. Нежным личиком в подушке он уткнулся, не мешай. В ручках милые игрушки держит крошка, баю-бай. Собачки, ни овечки не уронит невзначай, вьются золотом колечки на головке баю-бай. На головке баю-бай. И сон у крошки тонок, как ни пой, не качай. Спи, мой ангел, мой ребенок, светик белый, баю-бай. Спи, мой ангел, мой ребенок, светик белый. Здорово. Вот, знаете, давно вы уехали из Сергиева Посада-то? Да, я уехала. Я здесь только успела поступить в музыкальную школу. Кстати, каждый раз, когда проезжаю теперь вот в деревню, когда мы едем на Волгу к себе, я всегда машу рукой музыкальной своей школе. Вот. Да, что мне хотелось? Ну, еще вас скажу еще раз. Mirelia.ru. Вот это непременно нужно, дорогие друзья. Обязательно зайдите и прочитайте. Вы знаете, вот о Мире Александровне Лохвицкой, о ней есть упоминания там в хрестоматиях, буквально 2-3 стиха, и всегда такие эпитеты: «Русская Сафа», «Жрица любви». Вот таким ее награждают. Значит, вот какая-то одна грань вот чуть-чуть вот затрагивается, а на самом деле это глубочайший поэт. Там и философская есть лирика, и какая-то такая религиозная, и баллады, и пьесы. Вот, очень интересный автор. В общем-то, надо в полном объеме изучать все и читать. Вот. А сейчас хочу спеть, раз уж зашла речь о Константине Бальмонте, вот такая немножко сказочная, немножко детская песенка «Золотая рыбка». Веселый бал, музыканты пели, ветерок с
саду качал легкие качели. В замке в сладостном бреду пела-пела скрипка. А в саду была в пруду золотая рыбка. И кружились под луной точно вырезные, опьяненные весной бабочки ночные. Пруд качал себе звезду, гнулись травы зыбко, и мелькала там в пруду золотая рыбка. От нее музыка звучала. Чуть настанет тишина, золотая рыбка промелькнет, и вновь видно меж гостей улыбка. Снова скрипка зазвучит, песня раздается, в сердцах любовь журчит, и весна смеется. Взор к взору шепчет жду, так светло и зыбко от того, что там в пруду золотая рыбка. Лариса, а вот вы сказали, вот мы делаем проект, вот этот «Серебряный век». Вот мы — это кто? Так, если можно. Ну. Мы. Я, Лариса Новосельцева и Сергей Новосельцев. А, то есть вы с Сергеем вдвоем делаете? Да, мы вдвоем это все делаем. Понятно. Ну, конечно, я тут еще раз пользуюсь случаем выразить благодарность тем, кто сотрудничает с нами, предоставляя нам залы. Это в основном, конечно, библиотечные залы, потому что наш проект некоммерческий, мы стараемся делать все эти вечера бесплатными, чтобы все, кто хоть немножко тянется к поэзии, могли уже прийти, так сказать, невзирая ни на что, уже не сдерживая никакими там материальными хотя бы преградами. Вот. И тут я хочу, конечно, поблагодарить вот те библиотеки, которые нам предоставляют залы бесплатно. Это и библиотека Дом русского зарубежья, это и библиотека Ленина, теперь РГБ она называется, библиотека иностранной литературы, ну и библиотека Волошина, музей «Серебряный век». И вот последний вечер это мы проводили в Доме культуры МИСИС. Там совершенно роскошный зал. Нам тоже предоставили бесплатный. Мы смогли сделать бесплатный вечер для всех любителей творчества Беллы Ахмадулиной. Там большой был вечер, посвященный ей. Так что вот низкий поклон тем людям, которые, так сказать, вот готовы сотрудничать в этом. Вот следующую песню я бы хотела спеть на стихи Осипа Мандельштама. Но надо сказать, что вот все поэты, которых я сейчас пою, по творчеству каждого из них есть большие программы. Вообще мы стараемся проводить одну-две такие большие, 2,5-3-часовые программы, посвященные вот каждому из этих поэтов. Поэтому, конечно, сейчас вот я по ниточке так выдергиваю. Вот. И вот это стихотворение Мандельштама, ну, тоже оно детское, «Приглашение на Луну» оно называется. И я его в своих программах, вот посвященных Осипу Мандельштаму, объявляю так: посвящение Осипа Мандельштама Белле Ахмадулиной.
Вот такая моя фантазия, понимаете? Вот я этих двух поэтов воспринимаю как какие-то родственные души. Вот мне кажется, между ними есть какое-то родство, такое небесное родство. Вот они как будто оба какие-то такие маленькие принцы, откуда-то залетевшие с какой-то звезды. Оба какие-то неземные, оба, ну, как будто не от мира сего немножко, да, вот живущие в своей поэзии, в своем творчестве. А у Беллы Ахмадулиной есть совершенно потрясающее стихотворение, посвященное Осипу Мандельштаму. Это, на мой взгляд, вот сильнейшее вот из всех посвящений, которые написанное Осипу Мандельштаму, просто пронзительное такое, очень сильное стихотворение, которое заканчивается такими строками. «В моем кошмаре, в том раю, где жив он, где его я прячу, он сыт, и я его кормлю огромной сладостью и плачу». И вот это стихотворение «Приглашение на Луну». Ну, там есть еще вот интересные такие пересечения по датам. Вот Белла Ахмадулина же родилась в 37 году. Ну, я это все рассказываю в программе, сейчас просто некогда. Вот. Для поэтов же времени не существует. Они просто в какой-то момент воплощаются вот здесь у нас в земной жизни, а потом продолжают жить своей вечной жизнью. Ко мне, милая царевна, хлеба нет на луне, вафли ежедневно. Приезжайте ко мне, милая царевна. На луне не растет ни одной былинки, на луне весь народ делает корзинки и соломой плетет легкие корзинки. На луне полутьма и дома опрятней, на луне не дома, просто голубятни. Голубятни. Убежим на часок от земли злодейки, на луне нет дорог, а везде скамейки. Что ни шаг, то прыжок через три скамейки. Убежим на часок от земли злодейки. У меня на луне голубые рыбы, но они на луне плавать не могли бы. Нет воды на луне, и летают рыбы. Котенку, земляники лесной, зонтик и гребенку. На луне голубой я сварю вам жонку. Это все о луне, только не были. В этот вздор о луне верить не годится. Это все о луне, только
только небылица. Поэзия Серебряного века в советские времена была в таком, ну, скажем так, аккуратно загоне, потому что да. У нас было три поэта, Блок, Маяковский и Есенин, которых мы изучали в школе, а все остальное, ну, там еще несколько имен буквально упоминались, а некоторые имена просто вообще были такими фигурами умолчания. Да. Вот для меня, например, мне глаза открыл Александр Галич в своих песнях на то, что есть такие, у него есть целая серия литературных посвящений, и я потом, после, когда его послушал, я начал, ну, искать, что-то читать, то есть, потому что... Ну, вот такими причудливыми путями приходили. Да. Но, с другой стороны, вы знаете, вот этот запрет, может, какую-то роль сыграл притягательную в свое время. Ну, да, безусловно. Люди, так сказать, всегда тянутся к запретному плоду. Ну, да, такой эффект есть, потому что, может, когда в начале 90-х стало все можно, то все стало сразу скучно. Все стало скучно, вот, все стало забыто, да. Вот. Хотя, на самом деле, все равно есть такая какая-то внутренняя тяга к чему-то хорошему, и вот то, что вы делаете, и то, что мы сейчас делаем вместе, знаете, это нужно. Да, вы знаете, я очень надеюсь, что какой-то действительно будет от этого эффект. Но главное, вот, что хочется сказать, ведь, что вот, приходит в голову. Ведь поэты Серебряного века вот сейчас на все вечера поэтические, да, кстати сказать, и на вечера бардовской песни, в основном приходит публика такая взрослая, скажем, зрелая, молодых людей довольно мало, что, в общем-то, вот вызывает недоумение, изумление какое-то, понимаете? Ведь эти стихи все, вот этот Серебряный век, это же создавалось молодыми людьми. Ведь они же были тогда совсем юные. То есть это стихи молодых и для молодых. И вот почему это никак молодые люди не могут взять в толк сейчас, я не могу понять. Вот читают, продолжают ходить те, кто вот в 70-е, 80-е вот увлеклись этим и не могут без этого существовать. И вот тянутся к этому как к какому-то вот действительно живительному источнику. Вот. Мне очень хотелось бы, конечно, чтобы вот как-то это... чтобы это донести все-таки до нынешних. Еще одну спою опять колыбельную, лебединую на этот раз. Это будет стихотворение Марины Цветаевой. Стихотворение из «Лебединого стана», цикл стихов ее «Лебединый стан». Ну и посвящено, конечно, любимому, самому любимому человеку Сергею Яковлевичу Ефрону. Который в это время, в то время, когда было написано стихотворение, в 18-м году воевал в добровольческой армии. Oh.
степном коне сейчас приедет, куда возьмет на лебединый дом. Там у меня, ты знаешь, белый лебедь. Ты знаешь, белый лебедь. Где лебеди, а лебеди ушли? Где вороны, а вороны остались? Куда ушли, куда и журавли? Зачем ушли, чтоб крылья не достали? Вспомнил историю про Надежду Яковлевну Мандельштам. Не помню, кто мне ее рассказывал. Она вот после ареста мужа здесь у нас жила недалеко в городе Струнино и работала на ткацкой фабрике. И она повторяла все время наизусть стихи, потому что рукописи хранить было нельзя. Это если бы нашли, то тоже как бы. И, в общем, все, что потом было напечатано, она восстановила по памяти. Вот через, через столько лет. То есть, вот, и она, ну вот, рассказывали, что вот она стояла у станка у этого ткацкого и про себя все время постоянно повторяла вот эти вот стихи и все это хранила в памяти. Это действительно подвиг. Конечно. Да, это вот ангел-хранитель. Вот к поэтам, как Господь представляет ангелов, да? Вот если бы не Надежда Яковлевна, то... Ну да. Стихотворение Анны Ахматовой. Это тоже такая колыбельная, вот написанная в те же самые примерно годы, когда Марина посвящала вот это стихотворение своему любимому. А Анна Андреевна посвятила это стихотворение Николаю Гумилеву в годы, когда он ушел на фронт. А вот сначала маленькое стихотворение я прочту, а потом спою. «Будем вместе, милый, вместе. Знают все, что мы родные. А лукавые насмешки, как бубенчик отдаленный, и обидеть нас не могут». И не могут огорчить. Где венчались, мы не помним, но сверкала эта церковь тем неистовым сиянием, что лишь ангелы умеют в белых крыльях приносить. А теперь пора такая, страшный год и страшный город. Как же можно разлучиться мне с тобой, тебе со мной? На мой взгляд, это одно из самых теплых и нежных стихотворений Анны Андреевны. Далеко в лесу огромном, возле синих рек, жил с детьми в избушке темной,
бедный дровосек. Сын был ростом с пальчик, как тебя унять? Спи, мой тихий, спи, мой мальчик, я дурная мать. Долетают редко вести к нашему крыльцу. Подарили белый крестик твоему отцу. Подарили белый крестик твоему отцу. Было горе, будет горе, горю нет конца. Да хранит святой Егорий твоего отца. Да хранит святой Егорий твоего отца. Не знаю, как мы по времени, у нас еще много времени. Много, но еще есть. Хочется спеть, конечно, и стихотворение Николая Гумилева, о нем речь зашла. Да. Это, конечно, немножко выбивается. Нельзя из стилистики пропустить, потому что, может быть, оно из стилистики выбивается, но из контекста зато не выбивается. Это одно из известнейших стихотворений Николая Степановича. Я очень люблю этого поэта. Замечательный он человек. Человек замечательный, такой рыцарь в поэзии. И вот мне кажется, Николай Гумилев – это вот один из тех поэтов, с которых можно вот детям начинать знакомство с поэзией, потому что она такая ясная, такая чистая, какая-то романтическая, иногда героическая. Вот это то, что нужно детям. Ну и вот такое стихотворение, конечно. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зверей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, открыватели новых земель. Для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстрем и мель? Для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстрем и мель? Чья не пылью затеряны харти, солью моря пропитана грудь? Кто иглой на разорванной карте отмечает свой пройденный путь? Кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь? Па-па-па-па-па-па-па-пам. И, взойдя на трепещущий мостик, вспоминает покинутый порт, отряхая ударами трости клочья пены с высоких подфорт. Отряхая ударами трости клочья пены с высоких подфорт.
или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев, с розоватых браманских манжет, так что сыплется золото с кружев, с розоватых браманских манжет. Пусть безумствует море и хлещет, гребни волн поднялись в небеса, ни один пред грозой не трепещет, ни один не свернет паруса, ни один пред грозой не трепещет, ни один не свернет паруса. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей. Ну вот, теперь уже время наше близится к концу. И, Лариса, я хотел бы попросить по нашей традиции, чтобы вы чего-нибудь пожелали нашим зрителям, прежде чем споете, так сказать, отходную песню в этой передаче. Ну, мне, во-первых, хочется сказать немножко об этом поэте, которого я хочу сейчас исполнить, потому что эта поэтесса, к сожалению, тоже совершенно забытая. Это будет стихотворение Аделаиды Казимировны «Герцог». Это тоже замечательный русский поэт, очень такого доброго, душевного склада. Она была прочно забыта в советские годы, наверное, потому еще, что многие ее стихи посвящены религиозной тематике, поэтому, наверное, вот это уж как раз, конечно, никак нельзя было допустить, но вот сейчас-то уж можно это все вернуть, и вот мы тоже делаем большие программы, посвященные Аделаиде Казимировне Герцог. В свое время она была знакома и дружна и с Максимилианом Волошиным, и с сестрами Цветаевыми, ну вот весь этот серебряный круг, все они общались и дружили. У нее замечательные есть стихи. У меня вот целый диск записан на ее стихи. Но сейчас я хочу спеть песню на стихотворение, которое называется «Над книгой». Это стихотворение посвящено Аделаиде Казимировне и своей сестренке, младшей сестренке Евгении. Оно вот «Над книгой», о том, как две девочки, две сестренки читают одну книжку. Вот времена какие были, когда вдвоем одну книжку. Сейчас на каждого сколько книжек, только бы читали. Так, ну сначала надо сказать еще слова, да, потому что песня будет все заканчиваться. Но я хочу сказать, конечно, какие слова. Я хочу призвать всех читать стихи, читать их и так про себя, читать их вслух, читать их друг другу, читать где только можно, читать детям непременно с самого рождения, с колыбели. Вот колыбельный. Родился ребеночек, ему сразу в колыбельку. Спят луга, спят леса, пала Божья роса. Когда ребенок вот с младенчества такую речь слышит, это значит, он вырастет непременно хорошим человеком. Но никогда не поздно начать. Не обязательно с колыбели. В любом возрасте можно начать. Страницу. Хочешь дальше поскорее? Я прошу не торопиться, я так скоро не умею. Головой склонившись низко, нам вдвоем читать неловко. Мы прижались близко-близко, пропускаешь ты, плутовка. Каждой строчкой дорожу я, ведь она не повторится. На меня ты не гадаешь.
дуя, крутишь уголок страницы. Ты прижмись ко мне поближе, я боюсь, она изменит. Перечти еще раз, вижу, ты горишь от нетерпения, ждешь, что там любовь другая, новый мир, иные люди. Верь мне, милая, я знаю, лучше, чем теперь, не будет. Верь мне, милая, я знаю, лучше, чем теперь, не будет.